И последняя съемочная группа из Великобритании снимает документальный фильм о Якутии в рамках телепроекта «Полет на край света». Главный герой – ведущий Артур Уильямс в инвалидном кресле, но это не мешает ему быть лицом канала и путешествовать по всему миру. Цель фильма – показать, что инвалидность – это не болезнь, и такие люди могут увидеть даже самые отдаленные уголки планеты своими глазами. За работой своих коллег наблюдала Елизавета Кочетова. Наши коллеги из Великобритании снимают документальный цикл об удаленных уголках планеты. Сейчас идут съемки фильма о Якутии. Работают быстро, времени на разговоры нет совсем. Открыли для себя много нового и необычного, только успевая снимать. Одну нашу программу мы посвятим Якутии. Мы уже побывали в Аймиконе, где снимали команду дайверов и ученых, которые погружаются на дно замерзшего озера, чтобы найти самолет Второй мировой войны. Также снимали коневодов, традиции и уклад жизни местного населения. Ну а в Мирном мы говорим об алмазах. Сильвия, у нас своя программа, пойдем. По словам участников съемочной группы, о Якутии на Западе известно мало. Именно поэтому приехали сюда. Мы здесь, чтобы узнать что-то необычное. К примеру, лошади в Аймиконе, которые живут при минус 60. Супердайверы, которые погружаются под лед озера Лабынкыр. Или как здесь, на глубине 1 километра добывают алмазы. Все это крайне интересно. Да, на Западе о Якутии известно немного, но наша программа, надеюсь, восполнит этот недостаток. Ведущий этого проекта Артур Уильямс в 2007 году попал в аварию, нижняя часть тела парализована, но инвалидом он себя не считает. Ведет активный образ жизни, работает ведущим на местном телеканале и путешествует по всему миру. Хочет показать, что инвалид – это не человек с ограниченными возможностями, а человек с дополнительными потребностями. Я попал на телевидение в 2011 году. До этого учился на пилота, занимался спортом. Затем у меня появилась возможность работать репортером на Паралимпийских играх 2012 года. У нас это хорошо получилось, и мне вдобавок предложили вести документальный цикл об истории военной авиации. Затем еще несколько проектов, и вот сейчас мы снимаем этот фильм. Летаем на разных самолетах, встречаемся с интересными людьми, бываем в необычных местах. Все это наша работа, а для меня своего рода испытание. У нас отличная команда, которая в любой момент может помочь, хотя я стараюсь делать все самостоятельно. Мы хотим показать, что инвалиды тоже могут полноценно путешествовать и видеть мир. Документальный фильм о Якутии выйдет осенью этого года на британском телеканале Channel 4. В него войдут и эпизоды, снятые в Мирном. Елизавета Кочетова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».